Ежедневные обходы, осмотр больных. Работу кардиологического отделения Моршанской ЦРБ возглавляет заведующая Ирина Ромах. 124 на 80, все хорошо. Стаж работы Ирины Вадимовны в здравоохранении более 20 лет. Была ли это мечта детства – стать врачом, или так сложились обстоятельства? Конечно, так сложилось. Мы все, когда вырастаем, ищем применение к своему организму, по-медицински так скажу. Ну и хотелось, конечно, чтобы было и общение с людьми, и помогать людям. И было интересно самому, поэтому я выбрала медицинский институт. У нас был в 10 классе такой факультатив по биологии, и мы ходили, там очень был одаренный преподаватель, он водил нас. Ну, в принципе, он готовил поступать на биологические факультеты и медицинские. И мы за этот год с ним тоже побывали во многих местах. И утвердились, что, в принципе, мы по правильному пути идем. То, что выпускница пошла по правильному пути, доказало время, отношение коллег, пациентов. Говоря о последних, не лишним будет сказать, что ни одно сердце стало ровно биться благодаря помощи медперсонала кардиологического отделения. Ну, конечно, у нас часто встречаются такие случаи, потому что, к сожалению, при заболеваниях сердца в общем-то, сердце чем характер? Это орган, который начинает работать у нас, когда человек еще не родился, он уже в организме матери работает. И на протяжении всей жизни сердце человека работает, не зная перерыва и отдыха, в отличие от других органов мозга, почек, желудка. Они все берут тайм-аут. Лишь сердце одно работает без перерыва. И поэтому, конечно, очень часто, к сожалению, оно берет на себя большие нагрузки, и наступает такой момент, когда, в общем-то, сердце не может справляться с нагрузками, и возникают вот эти экстренные ситуации, когда нужно помогать, быстро действовать, чтобы вывести человека к здоровью и предотвратить летальный исход. Поэтому, конечно, таких случаев очень много. И труд кардиолога незамеченным не остался. В числе других горожан, которые внесли значительный вклад в развитие Моршанска, фамилия Ромах на городской доске почета. Конечно, большая признательность нашему коллективу, всему нашему ТАКБУС Моршанской ЦРБ, что меня выдвинули на такое, в общем-то, почетное место, доску почета города Моршанска. Ну и, с другой стороны, какая-то неловкость, потому что я такой же человек, как и все. Нас можно всех врачей также на доску почета, и медсестер, и санитарок. У нас очень много работает людей. А когда тебя выделяют, конечно, как-то неудобно. В общем-то, я не очень уютно себя чувствую на доске почета. И вот интервью тоже как-то очень... Вы не публичный человек? Нет. А вот какие-то дополнительные обязательства, ответственность, вот эта доска почета накладывает? Ну, конечно, накладывает. Теперь уже все меня знают в лицо. Поэтому, да, уже спрос больше будет. Скромная, ответственная, любящая свою профессию Ирина Вадимовна Ромах. Вновь обход, осмотр, назначение, чтобы сердца биться не переставали. Ольга Усова, Андрей Щербаков, область новостей.